Более 7 тысяч уникальных деревьев, свыше 10 тысяч кустарников и огромная территория в 42,5 гектара. Загородный парк Самары по праву считается гордостью столицы региона. Он был открыт в июле 1932 года на месте бывшей купеческой усадьбы. По преданию, здесь проживал торговец, дочь которого однажды тяжело заболела. Лечить ребенка за пределами родного края отец не стал. Возвел домик из дерева и посадил много дубов и лечебных трав. Девочка исцелилась. С тех пор Центральный парк культуры и отдыха славится наличием редких растений, а у самарцев считается одним из любимых мест отдыха. За что любите загородный парк? За близость к дому, за то, что есть выход к Волге, за паровозик детский, от которого ребенок в восторге. Трава зеленая, красивые клумбы. Здесь посадили деревьев очень много, природа, погода. Очень нравится. Это большой, красивый самарский парк. Один из лучших наших парков. По-настоящему обновленным и красивым загородный парк предстал перед самарцами после частичной реконструкции. Здесь была заложена рябиново-каштановая аллея мира, а по правую сторону от входа расположен к ней оригинальный знак-указатель. Парк стал обустроенным городским объектом для отдыха и развлечений. На его территории появились зоны аттракционов, игровые площадки для детей. Для любителей активного отдыха в загородном есть веревочный парк и школа верховой езды. Открыты всевозможные точки питания. Был объявлен конкурс на разработку концепции реконструкции загородного парка. Были высказаны разные мнения, разные суждения, но жители, конечно, были все едины в том, что парк нужно сохранить, обновить тот ландшафт, который существует, оставить и сохранить столетние дубы, редкие деревья и кустарники, которые здесь произрастают уже около 100 лет. Несмотря на видимый внешний лоск в Центральном парке культуры и отдыха, еще остаются объекты, которые нуждаются в благоустройстве. То пространство, которое ниже, оно практически не благоустроено. В этом есть свое очарование, но многие дорожки нуждаются в реконструкции. Здесь много ездят на велосипедах, возможно, нужны велосипедные дорожки. Какая-то площадка для детей. Думаю, в этом можно преуспеть. Зелени хватает, может, побольше каких-то детских аттракционов, именно вот для совсем, так скажем, маленьких детишек. В этом году загородный парк Самары вошел в топ-19 общественных пространств, за которые жители города будут голосовать в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Если парку удастся набрать максимальное количество голосов, его ждет масштабное обновление. Здесь может появиться скалодром, лыжная база, площадки для скейтбордистов, а также театр под открытым небом. Список может пополниться благоустроенным пляжем, канатной дорогой. Обновление пройдет в несколько этапов. Я приглашаю всех жителей нашего города принять участие в голосовании и поддержать инициативу реконструкции загородного парка, чтобы мы и наши дети тоже имели возможность наслаждаться вот этой красотой. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Специалисты утверждают, что даже при основательной реконструкции любимый самарцами загородный парк не потеряет своих тихих аллей и живописный ландшафт. Здесь, как и прежде, можно будет прогуляться в тени вековых деревьев, встретить ручных белок, насладиться красотой природы и отдохнуть с семьей.